Слышишь ли ты врага достаточно хорошо? Успеваешь услышать его до того, как он приблизится к тебе смертельно близко? Как настроен твой звук? Как лучше слышать? Эти вопросы задавал себе каждый игрок в Тарков. В прошлых своих видео «Наука о звуке» я советовал простую настройку эквалайзера, которая поможет улучшить общую слышимость в игре. В этом видео мы пойдем немного дальше. На протяжении последнего месяца я тестировал софт от компании Razer, который называется THX Spatial Audio. Особенно актуальна эта прога стала, когда нас лишили бинаурального звука. Сразу скажу, эта программа платная, но есть способ обойти это. 15-дневный пробный период. То есть один раз в 15 дней тебе придется удалить эту прогу, зарегать новую почту, переустановить все. Но мое мнение, это того стоит. Также замечу, что владельцы наушников Razer могут получить эту программу бесплатно, зарегистрировавшись на сайте и пройдя процедуру активации. И еще одно очень важное замечание. Перед публикацией этого видео я показал сравнительные тесты своим товарищам и людям, которые помогают мне при создании контента. И мнения разошлись. Я специально не говорил, какой фрагмент с программы, а какой без. Но вот результаты меня сильно удивили. Большая часть людей сошлась на том, что лучше звучит фрагмент с THX Spatial, но были и те, кому понравился чистый звук, но их было меньшинство. Поэтому в этом видео я хочу, чтобы ты послушал фрагменты с программы и без нее, и решил для себя, нравится тебе звук или нет, принял решение использовать ее или нет. Но хватит разговоров, я замолкаю, а дальше будут тесты. Последняя рекомендация. Смотри это видео в тех наушниках, в которых ты играешь в Тарков. И приятного тебе прослушивания. Поехали.
работаем тихо. Потребу готов. Пиздец, нужен ствол срочно. Нужен ствол. Нужно оружие. Я без нихуя совсем проделал, нет никого. Тишина. Да сдохни ты там уже, пидор! Ну как? Стоит того? Если да, то вот краткий мануал по установке и основным параметрам. Первое, что мы делаем, это заходим на сайт по ссылке в описании, пролистываем страницу вниз и нажимаем Download Trial. Открываем скачавшийся файл и приступаем к установке. Выбираем директорию, куда будем устанавливать. Не забываем поставить галочку на THX Special Audio и нажимаем кнопку «Установить». После того, как установка закончится, приступаем к настройке. Следующее, что вам нужно будет сделать, это зарегистрироваться. У меня же уже есть учетная запись, поэтому я ввожу данные от нее. Далее мы приступаем к настройке. Переходим на вкладку Equalizer и выставляем параметры 0, минус 1, минус 1, минус 1, минус 2, плюс 2, 1, 1, 2, 0. Нормализацию звука выставляем на 30, усиление басов на 20. В разделе «Калибровка» ползунок ставим на 30. Это мои параметры, и я не могу настаивать на том, чтобы вы использовали точно такие же. Я лишь даю вам основу. Но мне будет очень интересно послушать ваше мнение в комментариях. Какие параметры вы выставили у себя, и как вам понравилась эта программа. Ну, либо не понравилась. Всем спасибо за просмотр, и до встречи в комментариях.